третий раз в истории гимназия становится инициатором и принимает у себя конференцию, международную конференцию «Диалог языков и культур в 21 веке». То есть третий раз мы на время становимся культурным и образовательным центром Витебского региона. Присутствие иностранных гостей всегда важно. Во-первых, это обмен опытом, обмен идеями. Ну и не нужно забывать о том, что это всегда кирпичик формирования имиджа нашего государства. Язык – это сохранение своей культуры. Вы видите, что я говорю более-менее ничего по-русски, неплохо, потому что я родилась много лет назад в Украине и маленьким ребенком переехала в Америку с родителями. И вот уже 40 лет живу в Соединенных Штатах, стала американским дипломатом. Ну, помню немножко русский язык, и то, что я сказки, разговор с бабушкой, песни, все это осталось у меня, это мое, значит, сокровище на всю жизнь, потому что это язык, это культура, они их невозможно разделить. И то же самое здесь для вас, белорусов, ваша культура, ваши герои, ваша литература, это все связано с языком, потому язык английский важен, потому что если хочешь общаться с другими людьми в мире, наверное, легче всего на английском. А то, что принадлежит каждой стране, это сокровище страны, это язык. Госпожа Шилин, очень интересно посмотреть вообще гимназию. Она уже пообщалась с учениками, проверила их уровень знания китайского языка, который довольно высокий, что очень приятно. И также планируется сотрудничество с гимназией в плане изучения китайского языка. Нам приезжают иностранцы и видят, что белорусский народ справедливый, радушный, талантливый, и желание приезжать в дальнейшем у них только увеличивается, что способствует как культурному, так, согласимся, и экономическому развитию нашего региона. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.